Эгегей, мы тут устраиваем крутую стройку, да, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Женечка, а мы когда устроим крутую стройку? Ма, не знаю, мы вон просто сели, смотри, какой дом отбубенили, вообще же капец. И что, это же не предел наших мечтаний, нужно больше. Ну да, кстати, Людочка тут просто кастрюлей бренчит такая и говорит, ну-ка подходите, Людочка, так, здравствуйте. Людочка. Так, охламончики, мама Мия вас зачем-то звал, сгоните к нему. Ну, Людочка... Ага. Ма, погнали тогда. Ну ладно, что поделать, пошли. Может быть, ему там ложки надо или вилки, там, не знаю, сковородки. Ма, чисто вилки в глаз. Я тебе поговорю об этом. Ма, не надо, я как бы, я шутя. Так, мама Мия, здравствуйте. Блин, как мне нравится у мамы Мии кафе, ма. Это просто, вот мы строили, друзья, строили, наконец-то его построили. Капец, вот круто вообще. Солнечно, приятно, мило, лампово. Очень классно. Мама Мия, здравствуйте. О, мама Мия, бай итальяна, нужно для моего Гоги сделать бургерную. Ну, крутую. Бургер Кинг Гоги, бургер Гога. Ага, замечательно, шикарно. Бургер Гога, Гога, бургер Кинг и Гога. Все, пошли. Ма, ну что ты такая говоришь? Ладно, ма, короче, я знаю, где предлагаю. Вот здесь, если кто-то уходит, короче, из ресторанчика Мама Мии, то он попадает вот здесь на улицу сразу в ресторан Гоги. Слушай, ты бы еще поближе сделал, чтобы прямо... Ма, это хитрый ход, понимаешь, это хитрый ход. И вообще они как бы кореша, поэтому они как бы будут друг к другу ходить. Итак, начинаем делать. Заходим в креативу. Замечательно, дай мне блоков, которые там... На, еще. Так, и все. Короче, вот здесь так ставим блоки. Короче, друзья, если что, стройте вместе с нами. Ставим 4 блока вот так. Ставим 2 блока вот так. Здесь 1, 2, 3. И там тоже 3. 1, 2, 3. Ма, не надо так, не надо, ма, не почему? Надо. Я думала, это будет наша огромная лепешка. Ну, смотри, булочка. Ну да, она будет, только там увидишь как. Это как бы, здесь мы пока строим только краешки, ма. А, ну ладно, давай. Все, так, вот здесь вот сделали. Теперь вот здесь двойную, а здесь опять четверную. Я правильно делаю? Не знаю, ма, сейчас посмотрим. Не-не, что-то не то. Вот так, да? 3, 4. Так. Не знаю, ма, не знаю. Так, ну-ка здесь прямо, вот мы проверяем. Прямо, так. Ой. Ма, ну просто типичная ма, короче, просто. Ой, что-то да, немножко неровненько. Ма, тут не немножечко, тут множечко. Вот теперь все ровно. Ну-ка, взлетим. Нет, неровно. А, да, ма там что-то, короче, напортачила. Вот здесь тогда я так, вижу. Дружочек, я ничего не портачила. Во, все, ну-ка смотрим. Теперь идеально. Смотри, ма, идеально. Ну да, теперь идеальный круг, вроде как. Ну, более-менее, ма. Так, ну что ж, теперь, короче, следующая задача. Смотри, ма, здесь я сейчас сделаю лепешечку вот здесь вот. Вот так вот. Так, лепешечку, так. А ты, ма, короче, смотри. Нам, короче, надо, смотри, сделать так, чтобы вот здесь было какое-то расстояние. Здесь либо будет, короче, зеленый салат, то есть вот такие, как бы, штуки. Ага, ага. Предлагаю окна сделать в виде салата. Да, окна в виде салата, ма, делай. А здесь, вот здесь будет, вот здесь вот котлета сверху вот так вот лежать. Так, а что она черная? Мне не нравится. Мам, мы решим потом, какой у нее будет цвет. Это 100%. Все, ма, делай, короче, котлету, а я пока с помощью команд буду делать лепешку. Блин, ма, так есть захотелось. Друзья, если вы кушаете, то приятного аппетита. А если не кушаете, то идите покушайте, да, ма? То покушайте, ребятушки, но не такую сгоревшую котлету, как у нас. Ну, ма, ну что такое говоришь, короче? Нас... Подожди, тут что-то... А, не-не, все четко. Так. 35 дробь 4. Так, друзья, делаем. Так, 35 дробь 4. О. Что-то я не пойму, я вообще правильно лепешку-то леплю или нет? Ну, ма, просто повторяй и все. А, ну понятно. Так, я пока, короче, тут и делаю. Так вот. Так вот. Так вот. Слушай, очень классно. Очень классно. Получается. Так вот. Слушай, бургерная, так вот это очень крутая. Получается. Так вот. Так не мешай, ма, сосредоточена на лепешке. Ма, ты скоро сама станешь как лепешка. Я поспорю с этим утверждением. Ну ладно. Ладно, друзья, я преувеличиваю. Так, вот здесь. Так, вот так, 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 так. Мне не нравится черная лепешка. Мне не нравится черная лепешка, мне не нравится. Ма, мы потом, если что, ее заменим с помощью команды. А пока
Нравится тебе, не нравится, мастрой. По крайней мере, это у нас Бургер Кинг Гоги, понимаешь? Тут как бы у нас все будет по стайлу. Понятно, понятно, ясно все, ясно. И, окей, и подписчики, и вообще, о, смотри, ма, как красиво, ёкарный бабай, мне прям нравится. Смотри, какая котлета. На что ты вообще, это не, она же черная. Кто черная, ма? Котлета. Ну да. Лето как котлета. Так, здесь мы делаем вот эту, как она, лепешку верхнюю. У нас будет бургер с двумя котлетами, и это будет огромная забег... Ма, тут же... А, нет, все правильно, ладно. Все правильно? Все правильно. Давай, ма, фигарь там. Так, ну-ка, давай, фигарь, фигарю котлету. Так. Проверяем, здесь все ли правильно вообще у ма. Ну, вроде правильно. Ну, вроде да. Но это не точно. Ну, это не точно. Ма, может, ты потом тоже команды возьмешь, тоже будешь? Да, ма потом тоже возьмет команды. Нет, ма тут по-своему... О, все, отлично. О, готово, лепешечка, все. Лепешечка, все. Так, немного неровная, ну. В смысле, не, ну сейчас мы заделаем. А, подожди, а почему здесь, кстати? Вот здесь надо доделать, и вот здесь надо делать. Ма немножко не так сделала. И здесь, ма, вот здесь она выпирает вот так. Ты шо, ма, вот, теперь ровно. А, во, все. Друзья, вы делайте аккуратно, не как ма, короче. А то у нас... Я старалась, ну что ты, что ты? Ну да, ладно, ладно, все, ма старалась, это самое главное. Короче, теперь ма будет мне сейчас помогать командами. О, ма, ничего ты тут сделала уже котлету. Так, еще сейчас сделаем котлету. Давай, ма, тут заполняй, и потом также желтую, короче, штуку сделай. А мы, друзья, мы сейчас возьмем и будем сразу же дальше делать, так. Так. Мне прям не терпится. Так, смотрите, друзья. Гляньте, это Бургер Кинг. Ты что, там табличку уже повешал, что ли? Ну, я почти, ма, скажем так. О, ну-ка. Воу. Да. Смотрите, друзья, вот это крутя. Можно подписать внизу табличкой у Гоги. Потом, да, мы подпишем. О, в натуре, ну-ка, сейчас. У Гоги. О. Ма, смотри, иди сюда, просто вообще ржаешь. Просто смотри, как... Бургер Кинг у Гоги. Очень скромно как-то у Гоги. Ну, ма, как бы Гог у нас скромненький. Так, вверху, я думаю, здесь будет соус, поэтому стекло будет красненькое. Смотри, я тут все командами заделала. О, ничего ты, ма, ну только здесь у тебя немного котлета вылезла, я ее подровнял. Спасибочки. У ма котлета вылезла. Так, вот здесь вот так вот делаем. И вот так вот. О, все, замечательно, котлета готова, я заделала ее. Давай, теперь булочку сделаем, ма. Блин, а, не надо, все нормально, здесь как бы так бы остается. А, так, окей. Это кетчуп ты, да? Да, это типа кетчуп. Блин, ма, так вот, если кто-то не ест, то капец. Друзья, идите что-нибудь пожуйте, потому что видео максимально аппетитное. Ма, я чувствую вкус бургера, потому что я голодный. Я только что схамала пиццу, очень жирную такую. Но, ма! Нет, ма, а просто так... мне вообще. Так да, ребяшки, имя уже это... Ма, я тебя потом буду дразнить, все, я тебя буду так дразнить, что тогда ты... Тогда нужно как-то зеленый салат исправить немного. Так мы, не, подожди, я весь салат по периметру сделай, да, тоже, вот так же. А, ну все, да. Вот все. Так, оп-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 оп. Все, мы делаем салат. Да, мы делаем. Так, так. Ма, вот это вообще крутой, да? Крутая бургерная будет. Смотри, ма. Ну, неплохо, неплохо, кстати. И еще так, теперь а сверху. Теперь сверху еще одна черная котлета. Ма, делай теперь котлету, а я буду булочку. Напишите, пожалуйста, в комменты, что котлета должна быть не черной. Но мы ее потом сделаем коричневой и спросим. Пока ничего не пишите. Или не хотите, напишите как бы. Но мы потом цвет почекаем и сделаем. Да, оп, вот так повыше, ма, молодец. Ну. Ма так, что-то так. Там сечет своей головкой маленькой. Ты видишь меня, маленький. О, ничего, котлета. Ма, она гигантская. Да, слишком жирненькая получилась. Ну, блин, как исправить? Ща, ма, я исправляю, короче. Во, вот так. Капец, чисто за ма тут подправляем котлеты. Давай, котлету делай. Вилкой давай. Ну, ма, ну что такое вообще? Так, смотрите, друзья. Ну, слушайте, получается очень круто, я считаю. Так, ну, да, я считаю. Знаете, что я считаю? Я считаю, что просто получается, и все.
Ма, ну красивенько так-то, мне нравится. Да, мне тоже все нравится, за исключением черной котлеты. Ма, не гони, это котлета Black Star. Вот давай на секундочку, вот потом в конце заменим эту черную котлету на коричневую и спросим у ребяточек, как... Мы заменим, ма, мы заменим и спросим, это 100%, я же тебе говорю. Главное, чтобы ма успокоилась, а то ма не может успокоиться, у ней тут котлеты мерещатся. Я не могу успокоиться, ребятушки, я хочу коричневую мясную котлетку. Чуть-чуть подгорела, ма. Теперь давай желтым, вот так вот, короче, давай, оп. А сверху надо кунжут. Ну мы сделаем. Так. А я, короче, сейчас сверху начну, короче, делать второй слой. Еще слой? Ну ты че, блин? Ну она же такая, типа, объемная котлета должна быть. То есть вот примерно, наверное, так вот, сейчас вот еще увеличу на один слой, так. Так. Слушай, да. У тебя получается 3 котлеты, что ли, будет? Почему? Нет. Ма, сейчас увидишь. Ты уже булочку завершаешь, да? Булочку, да. И вот теперь вот здесь вот надо вверху. Ма, приподними вот так вот. Я поняла, как ты хочешь. Во. Так, все понятно. Теперь, ребятушки, мы закругляем нашу булчанскую, короче. Да, нашу булчанскую, крутую такую. Так. Если что, друзья, можете тоже так же строить. Ма, давай командой, короче, зафигачь тут. Слушай, давай сейчас. Обалдеть, как он смотрится. А какой код у белой штуки? У желтой, ты хотел сказать, 4. Желтой, да. Так, полностью, пожалуйста, продиктуйте. Ну, тот же самый, 35/4. Ну, типа, двоеточие. Понятно. Давай, ма, оп. Блин! Ну, ма. А, я забыла про бел. О, видал? Ну, неплохо, ма. Все, ма учится строить бургеры. Оп. Так. Смотри, ма, ну, неплохо. И теперь кунжут, да, добавляем? Давай еще ее приподнимем или нет? Не, нормально. Смотри, ма, кунжут. А, да, реально, слушай, неплохо получилось. Смотри, ма, это реально кунжут. Да, очень похоже, кстати. Очень похоже, друзья, прям вообще. А здесь будет немножко кунжут, типа, осыпался? Ну, давай, сыпь. Вот так, маленечко буквально. Чуть-чуть. Блин, круто. Вообще крутяк, я и говорю, ма, это вот вообще очень бато получилось. Так, нам надо дверь здесь сделать. Да, вот сейчас сделаем. Так, ну-ка, сейчас проверяю. Так, ну все. Офигеть, ма, смотри, как он смотрится вообще. Не забудь поменять котлету. Да не забудем. Вот здесь будет дверь у нас. Вход. Так, можно я хочу дверь поставить сама? Давай. Можно я хочу дверь поставить сама? Ма такая скромная вообще. Я хочу, да, что-то выбрать, короче, такое прикольное. А здесь, типа, смотри, столбы из кетчупа. Угу, ну понятно. И здесь еще сейчас стулья сделаем. О, пойдет такая. Неплохо. Давай, Ма, сейчас будем стулья еще делать. Да, стулья, столы и все такое. Так, да. Надо вот это убрать, я тут уже уберу. Так. Блин, вообще крутяк. Сейчас, короче, еще светяшки добавим. Так, ну, значит, я столы ставлю. Столы вроде белые, а стулья красные, да? Да. Ну, так, там, типа, можешь вообще столы? Цветные, как будто это разные овощи лежат. Не, я хочу красные. Ну, давай, да, не, давай, да, красные давай. Да, давай полностью красные. Ну, стол я хочу белый, а стулья красные. А, типа чесночок, да, как будто? Смотри, чесночок, майонез, блин. А, майонез, да, и кетчуп. Так, я пока лампочки ищу. Сейчас сделаю освещение. Так, ну-ка. Стул. У нас будет освещение вот здесь. Вот здесь. А где такие красные стульчики такие прикольные? Блин, не могу их найти. Не знаю, ма, ищи. Где там? Ладно, я возьму вот это. И обязательно нужно вот эту штуку приделать. Так, вот так. Так, ну-ка включаем. Вау, ма, смотри! Прикольно. Очень круто, я не знаю. Вот это крутяк. Сейчас, короче, еще лестницу сделаю на второй этаж.
И люди смогут подниматься. Ма, по-моему, это самый крутой бургер, ресторан, который мы когда-либо вообще строили в истории Майнкрафта, вот честно я тебе скажу. Да, только нам надо кухонку поставить быстренько, там, знаешь, такую крутую штуку. А, да, давай, Ма, ты, короче, кухней занимайся, я сейчас буду лестницей заниматься. Давай. Блин, а где у нас лестница? Тут. Так. Ма, я лестницу не могу найти. Лестница чудесница. Лесты. О, я нашел. Молодец. Я, да. Так, ну вот, как ты так, смотри, столы поставила. Отлично, сейчас я тут так вот. А, так, ну-ка вот так вот. Так вот, вот так вот. Здесь вот, значит, вот так вот, типа, оп. Здесь, значит, вот так. Здесь вот так вот забираемся, как будто бы, так. Ничего ты тут это, крутишь-мутишь. Да, Маша, здесь вообще будет крутяк. Ну-ка, сейчас вот так. О, смотри, вообще крутяк. Сейчас, ради всего, уберу. Так, здесь тоже я поставлю, короче, столы. И кухню, наверное, где, на первом или на втором этаже? Я думаю, на первом этаже надо кухню где-нибудь. А не, может, на втором. Так будет круче, короче. Вау, вообще, смотрите, друзья, как красиво. Вообще крутяк. Оп, так, нужно будет посмотреть, как это вечером выглядит и... Ну да, 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 да. Котлетку наконец. Блин, это самый, я говорю, это самый, по-моему, красивый бургер, ресторан, оп, который только может быть. Оп-оп, Гога будет счастлив. Да Гога, да я счастлив, не то, что там Гога. Так, я и то не Гога, и то счастлив. Так, ну кухню я тогда вот здесь вот замучу, оп-оп-оп-оп. Давай, мам, мути, короче. Так, я вот здесь делаю выключатели. Блински. Чё такое, ма? Не могу найти плиту. Сейчас помогу, ма. А, сейчас, я проводкой пока занимаюсь. Вау! Так, это что? Так, ма, помочь тебе? Все, я да, бегу. Все, я плиту взял. Помощь. Я плиту кухню взял, куда ставить? Куда ставить? Куда ставить кухню? Куда вот ставить сюда, плиту? Вот где я стою. Плиту куда ставить, ма? Вот сюда? Сюда, да. Отлично. Столешницы надо еще поставить. Столешницы. Блин, как же здесь лампово. Офигеть. Вот это я сейчас вылечу, посмотрю. Офигеть. Вы просто гляньте, друзья. Так, посудомоечная машина. Капец, где друзья. Вот это вообще крутяк, я не знаю. Так, вот это. Так, сюда и сюда. А-а-а, блин. Что такое? Мы не сможем потом поменять на коричневый только небольшой кусок. Командами нельзя, иначе тут все расломается, ма. Блин. Но мы так заменим. Какой ты хочешь там коричневый, покажи. Коричневая шерсть. Коричневая шерсть? Поставь ее. А, все, я нашел. Короче, друзья, давайте небольшой кусочек сделаем, просто так сравним. Так, вот, допустим, вот этот, так. Давай. Так, так, вот так, вот так, вот так, чтобы типа было примерно похоже. Ну да. Слушай, ну коричневая лепеха мне больше нравится. Да? Ну короче, друзья, смотрите, в принципе, да, неплохо так в смысле. Короче, друзья, пишите в комментариях, какая лепешка, по вашему мнению, должна быть. Вот такая вот коричневая, либо вот такая черная. Да, ребяшки, если что, не лепешка, а котлета. Котлета, да. Да, ассоциации играем. Так, оп. Да, друзья, пишите, короче, какое. Вот смотрите, мы сейчас заменили вот это одно. Да, у нас, короче, одна котлета будет с, как она называется, с чернилами моллюска, а другая просто котлета. Да, или две вот их поменять, то есть две такие сделать коричневые. Короче, друзья, пишите в комментариях, это очень важно. Оценивайте наш Бургер Кинг, вот этот. Слушай, мать, да. Слушай, это, по-моему, самый лучший ресторан, который мы когда-либо встроили. Вот просто... Да, мы обязательно что-нибудь еще сюда поставим, как какие-нибудь украшения. Да, ну слушай, смотри, мам, просто вылетит и просто глянь. Это настолько круто смотрится, что вот, вот посмотри, остальное, что мы строили, постыдно вот это. Слушай, включи-ка ночь. Давай-ка ночь. Ночь? Все, сейчас будет так, ну-ка, тайм. Сейчас у нас будет светящийся бургер. Вау. Слушай, ма, даже ночью очень красиво, смотри. Да, очень аппетитно, очень классно. Все, мне все нравится. Да, друзья.
В общем, все, друзья, оценивайте его в комментариях, пишите, какая булочка лучше. Ма, ты где там? Вон ты где. Я внизу жду тебя. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и всем пока-пока. Все, всем покусики-покусики, ребятушки. Мы кушать.